Доброе утро, Полтава! Доброе утро, Полтава! Доброго ранку! Сегодня у нас в гостях Алина с хорошей, красивой фамилией. Фамилия, да? Фамилия. Солодка Доля. Просто все время думал, это фамилия или псевдоним. И вот разоблачение. Это фамилия. Я Доля. Моя девичья фамилия Доля. Я встретила в своей жизни сладкого мужчину с фамилией Солодкой. И стала Солодкой Долей. Вот как так интересно. Красиво бывает получается. Же такое. Да. Алиночка, я по Фейсбуку вижу, вы любите писать. Вы красиво пишете. Спасибо. И я вчера в очередной раз так просматривал, вас подчас где-то уже грузит публичность. Я правильно заметил? Хочется чего-то изредка такого в одиночестве где-то, либо вдвоем, но чтобы никто не узнавал, ничего. Ну, не то чтобы публичность, хотя, может быть, она тоже имеет место быть. Наверное, я просто люблю очень одиночество. Меня можно оставить одну дома, я сижу, я всегда найду чем себе заняться. Крайне редко публичные люди такое любят. Да, может быть. А может быть и наоборот. А может быть и наоборот, да. Но я очень люблю, в Полтаве я не так давно, поэтому для меня истинное наслаждение гулять по улицам Полтавы, ходить одной в кафе. Тут столько невероятно атмосферных мест, что я уже, наверное, много где побывала, уже скоро составлю свой рейтинг. Да, мне очень нравится быть одной, но я также люблю быть в окружении людей, потому что мне в жизни повезло. Такова она может быть доля, что меня окружают просто позитивные, классные, интересные люди, с которыми хочется побольше проводить время. Ты говоришь, не так давно в Полтаве. Откуда я переехала? Чем там занималась? Расскажи немножко о себе. Я переехала из Киева. Но на самом деле родилась и жила долгое время, я в Белой Церкви. Вот, наслышно, прием. Да, нормально. Сзади просто поливают цветочки. Да, ну, цветочкам тоже. Это нужно. Я бы не отказалась, чтобы меня тоже кто-то полил. Да, вот. И я переехала с Белой Церкви в Киев, там училась, педагогический университет закончила, факультет украинской филологии. По специальности я житель. Украинскую мову, литературы, зарубежные, да, английскую мову. И вот, потом нашла работу в Киеве. Сначала работала офис-менеджером, потом помощником директора немецкой компании, которая занималась бытовой техникой Керхер. Вот. А потом пошла в журналистику, нашла себя там, работала, вела авторскую колонку для глянцевого издания Pink на сайте Pink.ua. Также потом работала на женском портале .net, работала пиар-менеджером, работала журналистом. Ну, в общем, мне очень нравится журналистика, поэтому я и, переехав в Полтаву, тоже продолжила этот путь и устроилась на работу в телерадиокомпанию «Полтава». А разница между киевским, киевской журналистикой и полтавской есть какая-то? Требования, возможно. Ну да, как бы разница, она не зависит от места расположения, да, просто в Киеве я больше занималась письменной журналистикой, а здесь у меня уже телевизионная журналистика. Это немножко два разных разветвления, ну, как по мне. И особой разницы ты не чувствуешь. Тут тоже надо писать подводки к своим сюжетам, тут тоже надо прописывать концепцию сюжета и понимать требования. Требования, я скажу, что вот здесь, когда я переехала в Полтаву, я где-то месяц проходила собеседование, то есть меня собеседовало несколько человек, это не закончилось только на менеджеры по персоналу. Ну и вот такой достаточно был долгий путь, когда на предыдущем месте работы в Киеве достаточно было одного собеседования, и меня уже больше требований получилось. Да, ну, наверное, так. Но я понимаю, почему, потому что они хотели взять человека, на которого могли бы, наверное, положиться, и, ну, они должны были уверены в том, что я действительно подойду, поэтому так и было долго. Собеседований было много. Расскажи немножко самых ярких моментов за время работы журналистом. С чем ты развлекалась? Что происходило? Ну, на самом деле, я больше работала в формате интервью, интервьюировала, и было очень много интересных личностей на моем пути, с которыми мне удалось, посчастливилось даже с некоторыми пообщаться. Это были и публичные люди, достаточно знаменитые в плане звездности, да, были и публичные люди, но в узких кругах. Вот, яркие моменты, но не знаю, каждый человек для меня оставил какой-то след неизгладимый во мне. В основном это положительные только следы. И
я вот о каждом вспоминаю с какой-то теплотой и, ну, хорошие такие воспоминания. Яркие моменты, они постоянно были, потому что, допустим, когда я работала журналистом на сайте женском, это постоянно какие-то мероприятия, творческие вечера, презентации, какие-то курьезы были и там. Так, моментально не вспомню, но я вот просматривала же не одно интервью из своих коллег с вами, и там вы спрашивали очень часто за смешные ситуации на телевидении. Да. И я же стала быстренько прокручивать. Были смешные ситуации, но главная смешная ситуация — это когда ты оговорился, да, и вы... Ну, а если это еще и в записи, там у нас крайне редко бывает что-то в записи, но если это в записи, можно поражать громко так режиссера, он потом этот курьез вырежет и тебе отправит. Но на память. На память, да. Но у нас же есть, мы потом показываем это все людям, как ведущие тоже могут ошибаться. Но самый главный такой курьез я запомнила, когда к нам пришла гостья в студию. Мы сидим, общаемся, у нас там несколько минут до эфира. И тут у нас остается 30 секунд до эфира, и мы такие говорим: а вам микрофон одели уже? Она такая: нет, а я думала, у вас тут какие-то нанотехнологии, уже микрофон не нужно надевать. И мы понимаем, что у нас 30 секунд до эфира. Гостья наша без микрофона залетает, режиссер быстро хватает какие-то провода, что-то начинает. И вот этот такой момент курьеза, он за 30 секунд сколько всего произошло, и потом режиссер так летящей походкой на последней секунде просто вылетает из кадра. Но это смешно, когда ты находишься внутри всего. Да я думала, если бы это увидели зрители, тоже было бы очень весело. Это надо снимать и показывать. Мы снимаем. Ну, не все, конечно. Ты же не знаешь, когда произойдет этот самый курьез. Хотя... Когда заплетется язык, да, где-то туда. Это примерно как я всегда, когда снимаю мэр рядом, да? Когда я выключаю камеру, в этот момент он начинает веселиться. Или веселить, или я не знаю, как это назвать. Говорить. И я всегда его прошу: Александр Федорович, впредь, пожалуйста, предупреждайте, что вы собираетесь что-то будете делать или говорить. Да. Либо песню Высоцкого вспомните, либо еще. Он у нас любитель это. Ну, вот никогда не знаешь, как веселый человек. Но он молодец, он на позитиве. И у меня большая мечта пригласить на утренний кофе его сюда. Александр Федорович, мы вас приглашаем официально. Я могу присоединиться. Да, все. На право в гости. Ну, вот такое у нас доброе утро. Есть что-то сказать полтавчанам? Конечно, есть. Помню, встретила я вас как-то на тротуарах Полтавы. И вы меня спросили, что бы вы пожелали полтавчанам. Но я всегда желаю полтавчанам вдохновения. Потому что, ну, это самое главное. А потом я иду такая... Ну как ты вот могла так протупить? Надо было побежать сейчас лодкой доли. Поэтому... Пойди, Саша, у меня еще пару вопросов. Да, давайте. Я люблю вопросы. Скажи любимое блюдо. Вроде бы было, а сейчас... Ну, наверное, все-таки украинский борщ. Пользуясь случаем, где бы я ни была, я всегда заказываю. Сама готовишь вообще? Да. Вкусные? Очень. Вы уже доволен? Очень. Я вообще стала такой хозяйкой в Полтаве, потому что здесь появилось много свободного времени. Ну как много свободного времени? Его больше, чем было в Киеве, потому что... Нет, просто вы в 5 утра встаете. Да, я в 5 утра встаю, и, соответственно, как-то день вообще такой длинный. Поэтому, да, я тут стала вообще хозяином этой девчины, а человеку сподобается мои слова. Любимый цвет, скажи. Такой фиолетовый. У меня свадьба была в розово-лиловых тонах. Очень люблю это. Он у меня ассоциируется с нежностью, с теплом, какой-то, с любовью. Лавандовый это был мой цвет, люблю очень. И розовый. Розовый люблю, потому что была блондинкой. И это все правильный стереотип. Блондинки любят розовый. Как только я стала блондинкой, я просто внезапно, резко полюбила очень сильно розовый цвет. Такой вот фуксию, знаете. Поэтому, да, люблю еще розовый. И осталось это до сих пор. Так, насчет завтра. У нас завтра будет с Сашей здесь же мероприятие. Очень-очень вкусно. Солодка доля, а у нас будет солодкий кавунчик. Да, на завтра на утро все, еще раз, все, кто нас уважает, кто недолюбливает, кто плохо к нам относится, кто хорошо относится, всех мы приглашаем на вкусный арбуз. 8:30, начни утро со скибочки кавуна. Не только с кофе, а еще и с кавуна. Нет, арбуз. Кофе завтра отменяется. Ну, кто же... Кто захочет, кто захочет. Музыку какую слушаем? Думаю о том, что я не слушаю украинскую музыку. Ну, как-то не сложилось, украинскую музыку я мало слушаю, но когда я брала интервью у Светланы Тарабаровой, она мне почему-то, ну, и потом побывала на ее концерте, она для меня открылась
по-новому, как украинская исполнительница и достаточно талантливая. Поэтому, наверное, я бы хотела Тарабарову поставить «Мы русим». Так, поищем. Да, есть такая. А, Сашенька, свой волшебный планшетик. Так, планшет достаю, да. Сегодня ясно целый день, до 27 градусов. Ну, вчера тоже обещали ерунду, да, до 26, тем не менее было после обеда жарко. Ну, что самое примечательное, на четверг обещают дождь с грозой, послезавтра. Завтра арбуз без дождя. Так что будет сухой арбуз. Завтра, да, будет весело, все нормально. И о самом главном. Вчера у Наташи Дьяченко был день рождения. Он был позавчера, 7 июля. Ой, августа, да. Вот что самое обидное. Вот что значит не полностью заполненная анкета. Я с вами согласна. Не знал этого. Я не имел возможности это сделать. Поэтому, Наташа, поздравляем тебя с днем рождения. Пускай с опозданием, но все равно поздравляем. Лучше позже, чем никогда. Да. Можно я? Можно я? Можно я? Я как соведущая Наталья Дьяченко тоже очень хочу ее еще раз поздравить, потому что я провинилась. Я точно так же следила за анкетой в Фейсбуке, и она не оправдала мои ожидания. Поэтому, Наташа, я тебя поздравляю. Ты безумно интересная личность. Главное, творческая. Поэтому желаю тебе, естественно, творческих успехов и вдохновения в работе. Еще раз день рождения. Да, а Полтава, Наташа, с добрым утром вас. Есть еще один день рождения у Володи Корнейчука. Володя ветеран-афганец, депутат городского совета, депутат по Огнивке. Так что все жители Огнивки, пожалуйста, к Володе. Володя всегда в приемной принимает, когда обозначено время. Я лично проверял. Добросовестный человек. Володя, с днем рождения, здоровья тебе, в семье, чтобы было все хорошо. Всем доброго утра, всем удачи. Ну, а завтра вчера еще одно было хорошее событие. Какое? Первая золотая медаль Украины. Точно. В Рио-де-Жанейро. Рио-де-Жанейро. Поздравляем наших олимпийских чемпионов. Да. Да, вот, молодцы. Полтава, есть чем гордиться. Вот. Да. Такие самородки и Полтаве, и Украине вообще есть чем гордиться. Главное стало, чтобы Ворскла возобновила свои силы. Ну, это Кизотова с этими вопросами. Все, я расстроен. Я не специалист. Конечно. Все равно. Да. Всем доброго утра. Доброго утра. До завтра, до арбузика.